трем часам первого дня голосования явка на избирательных участках республики превысила 13%. Свои голоса уже отдали 393,5 тысячи избирателей. До полудня свои избирательные участки посетили представители правительства республики, руководители министерств и ведомств. Также в голосовании принял участие председатель Государственного собрания республики Константин Толкачев. Глава регионального парламента пришел вместе с супругой на избирательный участок номер 109, который расположился в Государственном концертном зале «Башкортостан». После голосования он пообщался с избирателями и оценил ход кампании. В целом оно проходило с соблюдением тех требований, которые определены законом. Хотя были, конечно, некоторые нюансы. К сожалению, не обошлось и без грязи. Но это, видимо, специфика, к сожалению, последних наших выборов, ряда лет. Но в целом я вам скажу, что мы удовлетворены, как проходила предвыборная кампания. Председатель Госсобрания отметил высокую электоральную активность на избирательном участке, выразил надежду на то, что дни голосования пройдут в нормальном рабочем режиме без провокаций и правонарушений. Отмечу, что в первые дни голосования избирательные бюллетени будут храниться в сейф-пакетах, куда их переместят в конце дня из избирательных урн. Процедура перемещения будет проходить в присутствии наблюдателей.